Помоги! Да стой ты, мелочь! Объясни, что случилось? У нас в доме появилось что-то странное. Я все время слышу какой-то шум. Кто-то топает на чердаке. А потом вдруг... Бах! А грохнет вот так. Ай! Вот, вот, слышите? Ну, упало что-то. Что же в этом страшного? А я тоже боюсь. Вдруг это что-то не упало, а его сбросили. Василиса Шанель, ну вы как маленький. Хватит выдумывать. Но мама! Не хочу ничего слышать. О, а где мое молоко? Здесь же была полная мисочка. Никиса! Марфа, что случилось? Это ты выпила мое молоко? Нет, ты же знаешь, я не люблю молоко. Я знаю, кто это сделал. Кто? Мелочь, Васька и Шанелька. Василиса, Шанелька. Ну-ка, идите сюда. Что случилось? Почему вы выпили мое молоко? Я ничего не выпивала. Я тоже. А кто тогда? Я знаю. Все же сходится. А что сходится? Ну как же, топот на чердаке есть? Да, есть. Молоко пропало? Ну да, пропало. Ну, а кто у нас топает и любит молоко? Марфа? Да при чем тут Марфа? Это же домовой. Правда же, ребята? Вы ведь знаете, что домовые всегда шумят. А еще они любят молоко. Вот вы наглая мелкота. Выпили молоко и валите на домового. Марфа, накажи их. Да, Никиса права. Вы наказаны и не пойдете гулять. Вот так дела. Это же несправедливо. Вот за что нас наказали? За его проделки. За чьи проделки? Вася, ну не тормози. Ну за домового же. Шанель, а ты что, правда в это веришь? Конечно. И надо доказать это всем, иначе нам все время будет доставаться. Ой, слышишь? Я уверена, что это он. Вот я сейчас его поймаю. А может это правда домовой? Вот, ребята, а вы как думаете? Ой, это же уже вот в этой комнате. Что же это тут так грохнуло? Ой! Ой! Кто это сделал? Это же Колина любимая чашка! Васька, что ты сделала? Ну, нет, это не я! Ну, конечно! И сейчас ты мне расскажешь сказочку про домового! Да, это домовой разбил чашку! Так, все, мне это надоело! Ты наказана! Сегодня останешься без ужина! Ну, Никиса! Это же несправедливо! Никиса! Мне это показалось, или шум был отсюда? Ой, что это там на кровати? Ой, это же любимая подушка Марфы! Он на нее написал! Шанель, что ты там делаешь на моей подушке? Ой, это ты надудунила? Нет, нет, Марфа, что ты? Это не я! Ну как тебе не стыдно врать? Плохая ты собака! Все, ты наказана. Сегодня ты без ужина. Но это же несправедливо. Я же ничего не сделала. Ну не хочу слышать никаких глупостей. Ты представляешь, меня наказали. Тебя тоже? Ой, мы одновременно сказали. Да потому что, похоже, нас одновременно наказали. А вот тебя за что? Да ни за что. Из-за этого домового. А тебя? И меня тоже ни за что. Из-за домового. Так больше не может продолжаться. Надо его поймать. А как, Шанелька? А давай поставим мышеловку. Мышеловку? Зачем? Ну как зачем? Ну чтобы поймать домового. И ты думаешь, он может попасться в мышеловку? Конечно, если положить какую-нибудь вкусняшку. Ну давай, попробуем. Готово. Теперь надо спрятаться. Ну что, ты что-нибудь слышишь? Вроде тишина. Ой, нет, слышишь?
Что-то идет. Приготовься. Ай-яй-яй. Что это? Васька, Шанелька, это что, ваши дурацкие пранки? Шанель, похоже, это капец. Никиса попалась в нашу ловушку. Что же теперь делать? Шанель, Васька, ну-ка, немедленно идите сюда. Сейчас вы у меня получите. Сейчас же снимите с меня все это. Никисонька, ты не нервничай, пожалуйста. Да-да, Никисонька, мы тебе вот-вот сейчас все-все объясним. Что вы мне еще объясните? Немедленно снимите с меня все это. Я не знаю, что сейчас с вами сделаю. Ой, а может лучше не снимать? Может, она нас так не поймает? Вася, лучше снять, а то будет хуже. Ну все, мелочь, вы доигрались. Никисонька, ну не кричи ты так. Мы тебе сейчас все объясним. Мы ловили домового. Домового? Опять все сказочки? Это не сказочки. Мы решили его поймать и доказать вам, что мы не виноваты. Так, все. Я от этого устала. Вы обе наказаны. Будете сидеть в заперти на чердаке. Ну, Никиса! А ну-ка быстро, шагом марш. Ничего не хочу слышать. Ну все, это уже переходит всякие границы. Я Никису за это не прощу. Ну, Шанелька, Никиса справедливо рассердилась. Может быть, все-таки это была плохая идея с машиновками. Ну, может и плохая, но все равно не прощу. Ой, что это? Ну, кто съел это все? Странно. Шанелька кошачий корм не любит, а Василиса столько съесть, ну, просто не может. Так, где тут мои любимые конфетки? Ой, не может быть! Кто же это все съел? Неужели опять Васька и Шанелька? Но они бы столько не съели. Никиса, ну где ты? Иди скорее сюда. Мне нужно тебе кое-что показать. Марфа, это ты иди сюда. Это мне нужно тебе кое-что показать. Меня украли. Как? У тебя тоже? Что случилось? Кто-то съел всю нашу еду. А у тебя что случилось? Кто-то нашел и съел все мои конфеты. Ты думаешь, это Шанелька и Василиса? Нет, не думаю. Они же заперты на чердаке. Да, точно. А может быть... Ой, нет, Марфа, только не надо мне говорить, что ты тоже поверила в сказки про домового. Ну не то, что поверила. Ну а вдруг... Ой, слышишь? Кто это? Ой, это он! Марфа, я так тоже поверю во все эти сказочки. Надо проверить, если получится, изловить его. Ой, что это? Ты это видела? Где? Вон там, в углу. Что-то шевелится. Ой, мамочки! Вася, это же он! Да кто он? Да домовой! Надо его немедленно схватить. Ну давай лучше ты. Ну держись, домовой. Сейчас ты ответишь за все свои проказы. Ой, он исчез. А как надо? Спокуха! За дело берется профессионал! Оставим ловушку! Ты думаешь, он придет? Ха! Конечно придет! А кто на конфеты не придет? Ой, сиди тихо! Ты слышишь? Кажется, он идет!
Только аккуратно, чтобы не убежал. Вот ты и попался. Сейчас получишь у нас за все твои пранки. Шумейка, смотри. По-моему, он плачет. Правильно делает. Сейчас я ему задам. Шумейка, посмотри. Он такой маленький, беззащитный. Мне его жалко. Да, и правда, какой-то он трогательный, беззащитный. Ой, что же с ним делать? А давай... Ой, слышишь, кто-то идет. Я точно тебе говорю, шум был отсюда. Сейчас мы этого домового схватим. Ой, Васька, ты слышишь, они хотят нашего домового схватить. Шумелька, ты же тоже хотела его схватить. Ну, но это было раньше, а сейчас он мне нравится. Он наш друг. Окей, я их отвлеку, а вы бегите. Так, а это еще что? Это? Ну, это мы ловили мышку. Мышку? Видать, огромная была мышь. Ну и как, поймали? Да, ну, нет, то есть нет, ну, то есть она... Убежала. Так, мелочь, что вы тут натворили? Никиса, смотри, там. Я его видела, хватай его. Нет, Никисонька, стой. Не надо его хватать. Он оказался хорошим. Хорошим? Столько всего натворил, и после этого он хороший? Отойди, Шанель, сейчас я ему задам. Ой, что же делать? Никита же его обидит. Теперь ты будешь жить с нами. Шумель, а как же он будет у нас жить? Никиса и Марфа не разрешат. Ребята, как вы думаете, оставить домового жить у нас? Тоже? Напишите в комментариях. Ну что же нам теперь с ним делать?